Документальный фильм новостного канала Vice News, снятый во время Отечественной войны, вошел в список номинантов на престижную британскую премию One World Media, сообщается на официальном сайте One World Media. Фильм на передовой военных операций в Азербайджане поборется в номинации «Новостная премия года». В фильме рассказывается о преступлениях, совершенных армянами против гражданского населения Азербайджана во время военных действий. Премия One World Media вручается за лучшие материалы, опубликованные в мировых СМИ. В этом году в отборе приняли участие более 500 работ из 96 стран. Победители премии будут объявлены 17 июня.